Ивановская область выиграла грант на поддержку «Людей дождя». Конкурс был объявлен по всей стране фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выиграли 14 субъектов, среди них наш. Региону в этом году выделят 3 миллиона рублей, в следующем еще 7 миллионов. Средства пойдут на создание регионального ресурсного центра по оказанию помощи и сопровождению детей с расстройством аутистического спектра. Таких в регионе 115. Центр будет создан на базе психолого-педагогической комиссии. Также будет 3 стажировочные площадки в образовательных учреждениях. Обучать педагогов и медиков прикладному анализу поведения будут воронежские специалисты. В областном центре нет профессионалов должного уровня. Первый денежный транш планируют израсходовать на покупку необходимого для ресурсного центра оборудования. Это оборудование как бы для, во-первых, обучения детей, для сенсорного развития. Это оснащение сенсорных комнат и также для реализации программ дополнительного образования, которые позволят получить профессиональную подготовку данной категории детей для того, чтобы успешно социализироваться в обществе. Это и студия керамики, и студия ИЗО-студия, студия валяния.